В дни рождественских праздников епископ Сыктывкарский Воркутинский Петерим посетил Республиканскую детскую больницу и Государственный педагогический институт, где прошел традиционный благотворительный бал, собравший молодежь из разных уголков Республики Коми. Я вот так вот. Водичка святая, чтобы вы выздоравливали быстрее, и все у вас в жизни, чтобы получилось хорошо. Владыка навестил детей в палатах, где проходят лечение дети со всей республики. С детьми и их родителями, которые идут на поправку, епископ Петерим встретился в актовом зале больницы. Архипастырь поздравил с праздником Рождества Христова и Днем Богоявления. Окропил всех святой водой и подарил на память иконки. Вот открыточки. Чтобы вы слушались мам, пап своих, никогда не болели больше. И чтобы у вас были только пятерки, четверки в школе. По просьбе врачей владыка осветил рабочие кабинеты и столовую больницы. Вот с Рождеством Христовым! В тот же день по приглашению студентов Коми Государственного педагогического института владыка Петерим торжественно открыл традиционный молодежный бал. Вот этот бал, он образовательный, потому как возрождает традиции. И я был на самом первом бале из 6 баллов рождественских. И помню, как развивается это дело. А развивается оно прекрасно, потому что сейчас субкультура желает поглотить вот культуру настоящую, нравственную. И этому нужно делать какой-то протест уже. Где-то какие-то рамки ставят. Бал носит благотворительный характер. Средства, собранные на мероприятии, идут в помощь детскому психоневрологическому интернату для больных детей, некоторые из которых не только присутствовали на балу, но и принимали активное участие в исторических танцах, таких как полька, полонез, вальс. На бал были приглашены и военнослужащие срочной службы, воинской части номер 5134, командированные на время праздничных мероприятий руководством части.